Ректор ИФГУ Владимир Егоров написал заявление о сложении полномочий секретаря Ивановского городского политсовета партии «Единая Россия». Об этом сообщила в своем микроблоге пресс-секретарь ядра Елена Паргина. Заявление Егорова будет рассмотрено на ближайшем заседании политсовета партии власти. Кто сменит ректора ИФГУ на этом посту, пока неизвестно. Кандидатур несколько, но пока я не имею права разглашать эту информацию.